Кто тут у нас ходит? Ализочка? Да? Не, не нормально. Игорь, ты что, стоишь, что присесть? Ну, она так ко мне пойдет, солнышко. Кто тут ползает? Осторожно, не упади. Где колется упала. Ну? Что там есть? Ты дедушке решила помочь? Да? Он так говорит на интернете, но ему ты спросила. Какая она деловая, уже сейчас помогает. Ну, так. Если я на два раздвая по-английски, то твоя семья интервью. Водная ручка, это называется. На собеседование я знала тему, что он мне тут по учебу про мою. Я спрашиваю, что ты какой-то эксперимент, ты не поймешь. Пойдешь лестницу сразу же попробовать? Нет, да не. Все, неинтересно больше? Пошли посмотрим, что Настя делает. Пойдем посмотрим, где Настя. А ну понюхай, Тимков, понюхай. Пошли, Настя, посмотрим, что делает. Пошли. Идем. Где Настя? Настя. Десять маргарит. Где Настя? Посмотрим, где Настя. Давай. Покажи папе, где Настя. Настя, да? Настя. Настя, Настя бухает. Уже... Мама с дочкой бухает. С двумя бутылками сидит. Привет. Мама уже немножко выпила. Я на солнышке. Мало. Резко! Дайте он, как ты умеешь? Водя приедет, оформляй папу. Я уже по студенческой визе. А что, его тоже можно посмотреть? Можно бы сказать, что... Вот сейчас она ягодки будет кушать. Лёвка, твоим тоже не папе, а мамочке. Давай. Мама не пробует. Мама не пробует. А я не буду на восстановление семьи. Так, если ты это не кушаешь, нет. Нет. На, кушай. Самое легче время. Они не имеют права. Буду сейчас сдавать. Водя уедет, я буду билеты. Я ей сказала, что надо сдавать. Пока, она говорит, родители не хотят. Пока это что будет? Вот, да. А ты поменяла свой паспорт на телефон? Не, у меня полгоносская. Загранпаспорт полгоносская. Проблем не было? Даже мэридж. Даже мэридж лайсенс не спрашивали. Ну, там, и мне же заплатили. Мама, тебе рассказывала, как мы заплатили $10? Что он мне сказал, что я не пошла туда в этот самый вир какой-то и не поставила вир, печать. Вир. Ну, по-украински вир. По-русски. Ты первый раз слышишь, никогда не было. Ну, да, ты сюда за гранпаспорт. Ее не интересует мама, она паспорт ей мама не нужна. Ну, Лиска, зай. А посмотри, что я не дотронулась. Но папа сегодня говорит, что она такая шустрая, но за ней так не надо. Настя вечно себя найдет и плачет. И плачет, как дела ходит. Олег снимает, Олег у нас сегодня. Вадику потом покажу. Да, покажи, как мы здесь отдыхали. Чтобы он знал, чем его дочь занимается тут на природе. Вообще сейчас у него не будет выходного, он может ставить кто-нибудь скеджу. Да, Настя? Вторник, среда, четверг, выходной. Вкусное пиво. Я говорю, Вадик, а почему ты не жалуешься никому? Я не хочу проблем на работе. Я говорю, ну почему американцы... У них же есть профсоюз. Вот именно. Ну. Я говорю, что это? Какая-то новая пришла лесбиянка, та ей дала Вадику скеджул. А Вадику дает теперь самый плохой скеджул, какой можно только. Ой, у меня будут проблемы. Я говорю, какие проблемы? Посмотри на наш коллег. Я говорю, я своим сказала, я не могу открывать. Мне, да, они там пожат, что-то там. Да, вот, никто не хочет на 6 на утро приходить. Я говорю, у меня маленький ребенок, все. Они ничего не могут по этому поводу сделать. Нет, а я ему сказала, как, если у вас есть профсоюз, у вас должны... Алиса, что ты делаешь?
Ты что делаешь? Тебе как не стыдно? Я тебе говорю, я тут еду. Ты зачем пиво пьешь? Алиса, ты почему пиво пьешь? Ты еще малюсенькая. Алиса, что это такое? Ты посмотри на это. Так же, дай мне, отдай мне. Папа тоже понимает. Ну как, он не пил. Все понимает, я говорю, дай бутылку, она мне дает. Помнишь, там пиво? Скажи, ну отдай обратно. 33 было написано. Сколько у тебя зубов? У тебя все зубы, все сорока. 32, сколько зубов? Тебя тоже зубы режутся, да, Алиса? Тоже пиво надо пить? Смотри, как она выгибает. И наклоняется. Вкусно? А? Вкусно? А мы витамины кушаем. Мы тоже. Мы тоже. Хочешь еще им рано одевать, чтобы они не это самое, да? Чего одевать? Ну, немножко длинновато, и она тянется к ней. А что, Вадик согласился, ушки кого? Он говорит, не говори мне, когда, а то я тебя не отпущу. Ну, а приедешь, он говорит, так ладно. Чтобы я этого не видел, он говорит, ну, типа, самого процесса. Я потом, я его мне понимаю. Родители, нет, мне родители не сделали, когда я была маленькая. Потом они меня простили, уже мне, помню, подарили там на 12 лет сережки там, или на 10. Я плакала, я отказывалась, потому что я тогда понимала, мне было страшно, понимаешь? Я пробила ой, уши 22 вкусно, года. Ой, папа, да? Вообще. А ты видела видео, когда мы наши пробивали? Да, видела. Видела, и она давай, начинала плакать после того, как они уже пробили. Еще, говорит, и на видео снимали. Я не сказал, что ей больно было, ей как-то страшно было. Но она поплакала 5 минут и перестала же, да?